Да здравствуй, да здравствуй. Плевать меня тянет от сегодняшней жратвы. Тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. Да, Геральт. До свидания. Предание. Крутой выискал. А я всего ну и пьяный. Знаешь, что в Паваське? Ой, проголодал. Слава королю Радовиду! Такие, как ты, только болезни разносят.
Интересное место ты выбрал. Бьюсь об заклад не случайно. Не я выбрал это место. Я догадываюсь. Ну, раз уж мы здесь, наверное, у тебя для меня что-то есть. Я выполнил третье желание. Откуда мне знать, что это та самая роза? Ты мог ее купить час назад с прилавка в Оксенфурте. Присмотрись хорошенько. Ее дала мне Ирис. С этим миром ее больше ничто не связывает. Что? Думаю, что она любила тебя. И это лучшее тому доказательство. Любила меня? После всего этого? Ирис, во что же мы ввязались? Если бы я только знал, чем все это кончится. Что? Что происходит? Я чувствую, будто кто-то вложил мне в грудь пылающий факел. Простите, что заставил себя ждать. Рад, что все мы уже в сборе. Как себя чувствуешь, фон Эверик? Тебе не стало немножко легче на сердце? Вадим, чего ты хочешь? Как это чего? Твою душу. Ты кое о чем забыл. По договору ты получишь ее, если выполнишь три моих желания, и... И мы встретимся на Луне. Ну, вот мы и встретились. Что? Нет. Нет. В договоре ведь... Луна там! Там, а не... Здесь. Я дал тебе то, что ты просил. Здесь, на Луне, заканчивается наш договор. Ах ты, блюдок! Ты меня обманул! Я никогда не обманываю. Подожди. Не вмешивайся. Вспомни, что я сделал с последним глупцом, который надумал мне мешать. Ты исполняешь желание, так исполни мое. Оставь его. Он должен выплатить свой долг. Отпусти его, и я буду тебе должен. Ты хочешь отдать свою душу вместо его? Давай сыграем на обе. Выиграешь, получишь и мою душу, и Ольгерда. Проиграешь, оставишь в покое нас обоих. Во что же ты хочешь играть? В гвинт? Не знаю. Можем поспорить на что-нибудь. Я уже несколько раз доказал тебе, что могу совершать невозможное. Хорошо. Но сделаем это по-моему. Что происходит? Ты хотел со мной сыграть? Так давай же. Я загадаю тебе загадку. Отгадаешь, и вы с Ольгердом будете свободны. А если нет? Тогда я вас обоих заберу с собой. Ведь ты сам мне это предложил. Что за загадка? Есть я у мужа, у зверя, у мертвого камня, у облака.
В душу не лезу. Ловлю изменение облика. Дева, взглянув на меня, приосанится. Старец нахмурится, дитятка расхулиганится. Что это может быть? Ты мне скажи, кто я? Я тебя достану. Время покажет. Найди меня, прежде чем пересыплется песок в часах. Готов? Время пошло. Что это за место? Тебе нравится? Ну, чем богаты, тем и рады. Помни, тебе нужно найти меня, пока время не вышло. Шани, держись, я иду к тебе. Поверить не могу, что ты дал себя так провести. Там дева, взглянув на меня, приосанится. Отчего может развеселиться ребенок и загрустить старый человек? Может, снег? Старики же вечно мерзнут. Есть я у мужа, у зверя, у мертвого камня, у облака. В душу не лезу, ловлю изменения облика. Что это может быть? Геральт, ты польстился на несколько звонких монет. Вот этого я от тебя не ожидал.
а время уходит. Верно у тебя выходит. Помни, ты еще можешь сдаться. Как мне кажется, ты меня не найдешь никогда. Речь явно идет не о человеке. Простая же загадка-то. Напомни мне загадку. Есть я у мужа, у зверя, у мертвого камня, у облака. В душу не лезу, ловлю изменения облика. Дева, взглянув на меня, приосанится. Старец нахмурится, дитятка расхулиганится. Прячешься. Старец нахмурится, дитятка расхулиганится. Ха. Это что-то, что воздействует на психику. Может, водка? Водка!
Мимо! Камни водку не пьют! Дева, взглянув на меня, приосанится. Старец нахмурится, дитятка расхулиганится. Кто же ты, зараза? Никогда не понимал, что такого в мечах, что некоторые дуреют от одного их вида. Хоть бы кругом все горело синим пламенем, хоть бы жизнь висела на волоске. А кстати, время уходит.
проиграл. Ирис устала быть между жизнью и смертью. Думаю, она просто хотела, чтобы все закончилось. Неудивительно. Я обрек ее на страшные страдания. Ирис, во что же мы ввязались? Что? Я... Прости. Ра, как себе? Один. Как это? Такое им... Свершилось! Твоя душа принадлежит мне! Вот и все. Мы обязательно еще когда-нибудь встретимся. Очень приятно иметь с тобой дело. Уберешь ты, наконец, этот знак? Будет сделано. Теперь скажи мне, что ты хочешь в награду. Хочу быть настолько быстрым, что никто не мог бы меня догнать. Интересно. Думаю, у меня есть то, что нужно. Вот, положишь этот чепрак на коня и будешь мчаться, как ветер. Что теперь? Пойдешь искать очередного несчастного? Я еще не решил. Но теперь я знаю, что если возникнут трудности с получением долга, нужно обращаться к ведьмаку. Похоже, она поступила с тобой так же, как ты с ней. Эта роза — символ вашей разлуки и кары. Наверное, я это заслужил. Ирис. Что? Я... Прости. Ра, как себе... Один. Как это? Легко. Сверши. Мы... Убери. Теперь... Хочу больше никогда не чувствовать голода. Звучит разумно. И это можно исполнить. Что это? Рог изобилия. Отныне, когда ты будешь голоден, всегда сможешь найти в нем что-нибудь из еды. Что теперь? Пойдешь искать очередного несчастного?
Я хочу бесконечный запас водки. Или спирта, в общем, все равно. Вот такие желания я понимаю. Будет исполнено. Выглядит не особенно вместительным. Размеры обманчивы. Этот графин бездонный. А значит, пока он у тебя, спиртного у тебя будет всегда в достатке. Хочу быть богатым. Богатым? Правда? Какая банальность. Но сказано, сделано. Хочешь, так будешь. Этого должно хватить. Ничего я от тебя не хочу. Ты уверен? Помни, что я могу многое. Я уверен. Прощай, Вадим. Вот где ты прячешься. Ты же не думал, что разгадка будет настолько простой? Черт бы тебя побрал, Вадим! 1-0 в мою пользу. Здесь когда-то была вода. Может, удастся сделать так, чтобы она появилась снова? Шум воды за стеной. Если я разрушу стену, то потечет сюда. Ну как? Тебе лучше? Лучше, спасибо. Твое вино понемногу ставит меня на ноги. Думаю, оно поставило бы на ноги и покойника. Исключительное пойло. Знаешь что? Здорово, наконец, выпить чего-нибудь настоящего. А, ну ладно. Так, рассказывай, что с тобой приключилось? Твоя отметина исчезла. Значит, все в порядке? Сперва ты мне расскажи, каково это — жить с каменным сердцем. Поначалу замечательно. Ты не чувствуешь ни страха, ни боли. Но ты ни о чем не заботишься. Тебя ничто не волнует. И близкие люди тоже.
и понемногу ты их теряешь. Впрочем, ты знаешь, чем это кончилось. Ну и как же ощущения? Ты чувствовал что-нибудь? Разумеется. Вначале я ощущал мир как никогда прежде. Намного сильнее и ярче. Но как это? Пойми, каменное сердце я не просил. Это был лишь побочный эффект. Я хотел получить Ирис и вернуть состояние. А потом жить так, будто нет никакого завтра. Так и было. Но лишь до поры. А потом я не чувствовал уже ничего. К счастью, все уже позади. Ведь это кончилось, правда? Ты расскажешь мне, наконец, что случилось? Господин Зеркало решил развлечься за мой счет. Он придумал игру, в которой я должен был проиграть. Но, кажется, не принял во внимание школы, которую я прошел у тебя. Прости. Я не хотел для тебя лишнего риска. Мне пришлось это сделать, чтобы защитить себя. Я знаю. Теперь ты можешь забыть о нем. Ты в безопасности и свободен. Спасибо. Хоть я и не знаю, что мне делать с этой свободой. Зеркало отняло у меня все, что я любил. Все, что мне было дорого. Неправда. Ты вернул сердце? Это горькая победа. Отныне я чувствую, как много я потерял. У меня есть сердце, а я не чувствую ничего, кроме отчаяния, грусти и тоски. Моя жизнь разрушена. Что ж, я тебе не завидую. Как это говорят, будь осторожен в своих желаниях. О, я буду осторожен, поверь мне. Хотя нет, у меня есть мысль получше. Я просто никогда больше не буду ничего желать. Время распорядиться своей судьбой. Начать жизнь заново. В этот раз на самом деле. Похоже, это хороший план. Спасибо, ведьмак. Я благодарен тебе. У меня для тебя кое-что есть. Я не могу это принять. Можешь и должен. Эта сабля служила моей семье не одно поколение. Я потерял все, что имел, но ее сохранил. Она для меня очень много значит. Тем более не могу. Окажи мне эту честь. Для меня это будет знак начала новой жизни. Пусть она верно тебе служит. Спасибо. Прости. Ничего страшного. Вновь благодарю тебя, Геральт. Удачи на твоем пути. И тебе удачи. Бывай.